Здравствуйте, меня зовут Ирина Горшенина, и прямо сейчас для вас столько хорошей новости. И сегодня вам их расскажут жители города Калача-на-Дону. Мы получили сертификат, купили дом, как молодая семья. Вот, вот у нас этот появился. Сын у меня учится прекрасно, только радует меня. Я одинокая, свободная, радуюсь жизни, поэтому все прекрасно. Вот мое хорошее событие. Ну, рождение ребенка. Самое хорошее событие, я считаю, в жизни каждого человека. Сегодняшний день получил много оценок хороших, положительных. За четверки, пятерки. И вообще все отлично в жизни налаживается. Внучечка у меня замуж выходит. Познакомилась с мальчиком. Окончила медицинскую академию. Рождение сына, вот и все. Как бы самое такое. По ремонт, да, автономное отопление провели. Вот и все. Самое хорошее дело. Все время хорошее событие, всегда. Плохого не было. И на этом у нас все. Завтра же в это время мы расскажем вам новые хорошие новости.